Представьте себе, аж 15 лет назад был добыт первый блок с биткоинами. 3 января 2009 года человек или группа людей под псевдонимом Сатоши Накамото запустили основную сеть биткоина, добыв Genesis блок с 50 BTC. В его хэше содержится заголовок статьи «Chancellor on brink of second bailout of banks» британского издания The Times. Незадолго до запуска сети, 31 октября 2008 года, был опубликован white paper биткоина. Первая транзакция состоялась 12 января 2009 года. Сатоши Накамото отправил 10 монеток Хэлу Фини. За 3 дня до этого опубликована версия ПО биткоин 0.1. Личность Накамото и мотивы создания биткоина до сих пор остаются тайной, которую пытаются разгадать в криптосообществе и за его пределами. В ноябре 2021 года первая криптовалюта обновила максимум в отметке 69 тысяч долларов. Буквально недавно был пробит локальный уровень сопротивления, цена биткоина достигала в ближайшее время 45 тысяч долларов. Но уже через сутки произошел очень сильный пролив. Вот сейчас мы о нем с вами и поговорим. Давайте переходить к графику биткоина. Отошел я немного от основной темы своего канала, а именно технический разбор активов, но я думаю, это пойдет только на пользу именно мне. Иногда хочется почитать какие-нибудь интересные статьи, связанные с крипторынком. Так вот, что произошло буквально вчерашней ночью, а именно пролив аж на минус 10%. И цена биткоина достигала в моменте 40 750 долларов. Многие в этот момент поймали гигантскую фому, но, как по мне, ничего страшного не происходит. Цена актива находится в локальном уровне консолидации, диапазон цен которой 44 200 долларов, зона сопротивления и зона поддержки 41 400 долларов. Что сейчас стоит делать или предпринимать? Да, собственно, ничего. Необходимо просто ожидать, когда цена актива пойдет на ретест зоны поддержки 41 400 долларов, ну либо произойдет продолжение пролива. В этом случае цена биткоина может сходить еще раз на ретест зоны поддержки 38 550 60 долларов. Но опять же, ничего не мешает то, что все шортовые позиции, которые сейчас активно начинают включаться, всех сбреют и весь этот пролитый объем откупят за одни сутки. В любом случае, в этой консолидации, которая была ровно месяц, мы смогли заработать в закрытом чате отличнейшие проценты на самом деле. Ну и в принципе, как на остальных других, здесь также был неплохой заработок. И в этой зоне консолидации, и в общем так далее. Необходимо сейчас ждать ретеста, повторяю, для того, чтобы биткоин нашел свою следующую зону консолидации. Неважно, будет ли это ниже сегодняшних цен или выше. Биткоин — это исключительно долгосрочная инвестиция. Каких-то среднесрочных целей я по нему точно не собираюсь ждать, а вот что касается среднесрочной альты, она очень хорошо стреляет во время консолидации биткоина, но вы сами все прекрасно уже видели. Такие мысли по биткоину на сегодняшний день. Если тебе заходит данный формат, обязательно поддержи его лайком. Можешь оставить еще комментарий и обязательно подписывайся в бесплатную телегу. Но у меня на сегодня все, завтра мы с вами встретимся вновь.